У нас те, которые банки, которые были в Казахстане, попали под санкции, и мы вынуждены были вводить в нашу юрисдикцию. Как это вообще будет коррелироваться? То есть вы сейчас говорите, что будет финансовую... Нет, не будет. Мы говорим, мы говорим о том, что крайне важно с учетом большого торгово-экономического оборота между двумя странами, торгового оборота, очень важно, чтобы проводились бесперебойно платежи между банками и происходило обслуживание платежей между физическими, юридическими лицами. Для этого налажена работа с Центральным банком Российской Федерации по открытию корреспондентских счетов в несанкционных российских банках. За это время, начиная с прошлого года, у нас открыто большое количество новых счетов казахстанских банков, в российских банках, а также российскими банками также открыты корреспондентские счета в наших казахстанских банках. Мы наблюдаем очень позитивную динамику платежей. Идет рост как торгового оборота, так и взаимных платежей между